Расходы Германии на содержание беженцев в этом году вырастут на 6 миллиардов евро. Деньги в основном пойдут на строительство центров для мигрантов. Число заявок на получение статуса беженца должно вырасти вдвое. Две ночи подряд в городе Хейденау правые радикалы, недовольные открытием очередного центра для беженцев, забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами. Более 30 полицейских пострадали. В понедельник центр беженцев, атакованный правыми экстремистами, посетил вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль. «Эти люди не имеют ничего общего с Германией. Это не те немцы, которых мы хотели бы видеть в нашей стране. Они думают, что представляют истинную Германию. Но это совсем не так», — заявил вице-канцлер. Он призвал полицию и органы правосудия со всей жестокостью противодействовать правым радикалам. В ночь на понедельник сильный пожар произошел в здании, где предполагалось организовать приют для беженцев в городе Унтервайсах. Полиция склоняется к версии поджога.